Идешь? Иди ко мне, давай, иди сюда. Иди сюда, иди, малыш. Давай, 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 давай. Иди ко мне. Никуда пошел. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодня я хотел рассказать вам историю про одного бездомного пса, который был домашний, которого выкинули. Почему я так решил, я сейчас объясню. Этого щенка я нашел на автобусной остановке между двумя населенными пунктами. До ближайшего места, где живут люди, где-то примерно было 8 километров, поэтому сам он туда никак не мог прибежать. Он сидел на дороге и провожал взглядом каждую проезжающую машину. Люди видели его сдалека, они начинали притормаживать, он начинал бежать к ним, потому что он думал, что это его хозяева, и тут же они ускорялись и ехали дальше. Он пытался бежать за ними какое-то время, останавливался и возвращался назад на остановку, и там же, поэтому я почти уверен, что его выкинут. Так получилось, что в тот день у меня не было с собой ни поводка, ни ошейника. Да, в принципе, у меня еды с собой не было в этот день. У меня был небольшой пакетик с кошачьим кормом и пару кусочков веганского сыра, естественно, которого он не ел. Он не давался мне в руки, он гавкал, он не подходил ко мне близко, он все время отвлекался на машины. Это мне очень сильно мешало, поэтому весь процесс занял очень долгое время уговаривания его поехать со мной. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Идем. Иди ко мне. Ты хочешь залезть? Да. Идешь? Иди ко мне, давай, иди сюда. Иди сюда, иди, малыш. Давай, 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 давай. Иди ко мне, иди сюда. Сидит и ждет. Он
ждет на остановке. Он ждет своего хозяина, который его выкинул. И вот он стоит, он смотрит, смотрит каждую машину. И он не худой. Его просто выкинули и все. Но в руки он не дается. Поехали. Нет, у меня с собой ни поводка, ни ошейника сегодня. Вот я какой-то кусок провода нашел у себя в машине и веревку. И вот мы на прогулке. Ехать нам далеко очень, поэтому надо выгуляться по дороге. А то он сидел и уже попросился в туалет. Сейчас поедем дальше. Пописаем и поедем дальше. Идем, пошли, пойдем пройдемся хоть. Идем, посмотрим, как ты ходишь на поводке. Идем, идем. Проверили у него чип, нет у него в холке чипа, ничего у него нету, то есть как бы он ничей, не знаю, ну он как бы был чей-то, но очень боится, конечно. И сейчас освободим ему там место единственное, которое есть, и будет он здесь, пока не найдем ему дом. После того, как мне удалось уговорить его поехать со мной, я погрузил его в машину, и мы поехали в приют Гильбоа. Дорога была не близко, и всю дорогу он практически проспал у меня на переднем сиденье. Я не знаю, сколько времени он там бегал, но он был очень уставший. В приюте его проверили на наличие микрочипа, на наличие датчика. И датчика на нем не оказалось, поэтому он официально бездомный пес. Приготовили ему вольер, и он остался в приюте. Когда его привез туда, дали ему имя Лорд. Но так получилось, что ребята в приюте очень быстро переименовали его в Гулани. Почему Гулани? Потому что это то место, где я его нашел. Ну, в общем, не столь важно. На следующий день у него на груди появились какие-то раны. Взяли его к доктору. И доктор сказал, что у него подкожный клещ. Назначил ему лечение, нужно было делать ему укол и 5 недель. Параллельно мы стали делать для него фотографии, сделали для него небольшой альбом и одноминутное видео. Ну, это те видео, которые мы делаем для всех собак, для того, чтобы потом было проще их рекламировать в интернете. 3 недели он уже здесь находится, 3 недели ему делают уколы. У него был подкожный клещ, был и сейчас есть тоже, проходит, но вот уже ран я не вижу на груди, вроде как все хорошо, да, я тебя тоже люблю. В общем, вот такой вот пес, и мы ищем ему дом. Хорошая собака, он за эти 3 недели он вырос, мне такое ощущение, что он вырос в 2 раза. Такой слон, он любит кусаться, нельзя кусаться, хорошая собака, вот такой вот лорд, ты не лорд, ты какой-то маленький бандит. Пошли дальше, идем гулять. Пойдем. Так получилось, что когда забирали собаку, нас в этот день в приюте не было. Поэтому сегодня мы едем проведать Гулани и заодно познакомиться с хозяином. Ну, мы знаем его, мы переписываемся с ним по интернету, но вживую его ни разу не видели. Поэтому поедем, скажем здрасте и посмотрим, как там наш пес поживает. Thank you.
хороший пацан. Собаке повезло. Такой здоровый вымахал это все. Ну, закончилась так эта история про лорда Голани в новом доме. Все, а на сегодня все. Всем пока.